честь праздника Дня защиты детей в Каспийске с раннего утра проходили праздничные программы для детей и их родителей. Завершились праздничные мероприятия концертом от воспитанников детской школы эстрадной песни «Марьяна». Началось мероприятие с приветственной лезгинки, а после юные дарования перешли к сольным выступлениям и исполнили хиты современной эстрады. Я, может, больше не вернусь, а может, я с тобой останусь в припухших губах, останусь в пламени в глазах, в твоих руках дыхание ветра. Останусь в пепле на щеке, останусь в светом далеке, я для тебя останусь светом. Директор детской школы эстрадной песни «Марьяна» Хабсат Алиева обратилась ко всем присутствующим и поздравила всех юных каспичан с праздником Дня защиты детей. Отметим, что в этом году концерт также приурочен памяти первого директора ДШЭП Али Алиева. Только что прозвучало произведение моего отца, композитора, заслуженного деятеля искусств, автора идеи создания этого фестиваля, этой школы. Мы посвящаем этот концерт его память, а также в память нашего первого педагога Омарова Раисы Магомедовны. Мы надеемся, что эта яркая программа даст вам массу положительных эмоций и хорошего настроения. В мероприятии также приняли участие приглашенные гости, хореографический ансамбль «Арс», звукорежиссер управления культуры города Каспийска Муслим Мудунов, а также в мероприятии посетил заместитель главы Каспийска Казбек Демиров, который обратился с поздравлениями ко всем присутствующим. Поздравляю теплыми словами всех детишек, родителей. Желаю вам счастья, здоровья, мирного неба над головой. Желаю, чтобы детишки были послушны, так как это наше будущее поколение, это наше будущее. Кроме того, праздничная программа была наполнена не только различными вокальными выступлениями, но и яркими танцами. В завершение гости программы совместно с воспитанниками детской школьной эстрадной песни поздравили преподавателя по вокалу с днем рождения Азиру Исмаилову и пожелали всех благ.